Ну, Пауэрлип довольно надежная машина, то есть и позволяет добиться хороших результатов. То есть вот этот метод вибрационной липосакции позволяет исправлять во время прям операции какие-то неровности и прям уже интраоперационно получить нужный результат, который будет через там, несколько месяцев спустя реабилитацию. Да, я использую часто эпифом, в основном его использую на животе, чтобы зафиксировать область операции, послеоперационную область. Также это хорошая профилактика осложнений, таких как серома, то есть позволяет бороться с этим, ну и формирует нужную форму, то есть на коже, на животе, вот, добиваться позволяет. Это надежное оборудование, которое никогда не подводило, то есть всегда готово к работе, в любой момент можно взять и сделать нужную какую-то вещь, то есть провести операцию на Пауэрлипе не составит никаких проблем.